Чем для вас является такое понятие, как кино? Приукрашенной реальностью или наоборот, пригубленной из-за технических трудностей фантазии? Чисто развлекательным продуктом или серьезным высказыванием на какую-нибудь тему. Как бы то ни было, одной из главных особенностей кино является то, что оно способно собирать и объединять множество людей по всему миру за экраном, которые смотрят и фактически переживают показанное на экране вместе. Но в то же время каждый переживает историю лично, что делает кино одновременно массовым и индивидуальным для каждого зрителя явлением. И хоть существует множество различных фильмов, разных жанров, тематик и стилей, предпочтение которым уникально для каждого зрителя, есть несколько фильмов, которые являются общепринятыми и любимыми огромным количеством зрителей по всему миру. И можно ли найти более легендарный, известный и любимый фильм, чем шикарное произведение Фрэнсиса Форда Копполы, название которого известно чуть ли не каждому? Лента «Крестный отец» вышла в 1972 году, и она вызвала настоящий фурор, последствия которого продолжаются и по сей день. Множество наград, признаний, статус и кассовый успех сделали имя не только фильму, но и режиссеру Фрэнсису Форду Копполе, который до «Крестного отца» снял несколько успешных, но довольно скромных картин. И самое крупное его достижение до «Крестного отца» было авторство сценария к фильму «Паттон», за которую Коппола получил свой первый, но далеко не последний Оскар за сценарий. После «Крестного отца» у Форда Копполы было множество как крупных взлетов, так и фееричных падений. Из первых можно выделить две ленты. «Апокалипсис сегодня», рассказывающая про участника Вьетнамской войны капитана Уилларда, которому поручено устранить сошедшего с ума полковника Курца. И главный герой в компании четверых сослуживцев направляется по реке к логову Курца, по пути к которому все медленно сами сходят с ума. Эта лента интересна не только своим содержанием, но и тем, как она создавалась, о чем поговорим чуть позже. И в перерыве между «Крестными отцами» Коппола снял свою вторую значимую ленту «Разговор», который рассказывает про специалиста по прослушке Гарри Коли. Записав вроде бы безобидный разговор одной пары, герой переслушивает запись и с каждым разом все сильнее обретает паранойю и опасения за жизнь этой пары. Эта лента вместе с «Апокалипсисом сегодня» обеспечили Фрэнсису Форду Копполе две золотые пальмовые ветви. Да и каждая стала не менее значимой для мира кино. Но все же самыми главными и известными работами Копполы являются гангстерские драмы про «Крестного отца», которые не только дали второе дыхание этому жанру, но и стали новой вехой в кино. Но расхваливать можно долго, а вот за что именно, причем заслуженно, мы и попытаемся рассказать. Почему «Крестный отец» — одна из лучших лент в кино, и как Форд Коппола делал свои шедевры? Это предложение, от которого вы не сможете отказаться. И с уважением я начинаю приготовление. Сценарий фильма был написан на основе одноименного романа Марио Пьюзо, который совместно с Копполой и адаптировал книгу под сценарий. И первым делом стоит отметить, что сам роман и соответственно его экранизация поспособствовали перерождению криминального жанра про гангстера, задав направление на создание более художественных и романтизированных образов гангстерских фильмов. И главное отличие гангстерской саги Форда Копполы от предшественников в том, что криминальная сторона проявлялась не только в виде постоянных преступлений закона, перестрелок, убийств и денег, а в большей мере в представлении самой структуры криминального мира, в которой каждый преследует свои задачи и как все взаимосвязано между собой. И тут стоит отметить, что тема связи и родственности – одна из основных тем, которые Коппола затрагивает в своих фильмах. Причем прослеживается это как в более явном уровне, как в «Крестном отце», где преступные кланы делятся на семьи, так и на более концептуальном, вроде привязанности членов экспедиции к лодке, а соответственно и к друг другу в «Апокалипсисе сегодня». И тема семьи и родственных душ особенно важна для Копполы, поскольку сам режиссер имеет итальянские корни, что лучше отразилось на фильме, где главными действующими лицами являются
итало-американцы. Причем отразилось так, что многим зрителям запомнились именно традиции, честь и сама романтика итало-американских гангстеров с их системой семей и Коза Ностры, которая, кстати, напрямую в фильме не упоминается и не поясняется. Но грамотное представление итальянской мафии в фильме стало новой вехой в кино, после чего последовали множество фильмов и произведений, которые в той или иной мере продолжали концепции крестного отца, где бандиты и гангстеры показывались довольно непростыми личностями, со своими мотивациями и как с положительными, так и отрицательными чертами. Это и возродило интерес к хорошо поставленным гангстерским фильмам, где на первый план уже становились не сами преступления, а преступники с их характерами. И там, где присутствует характер, всегда возникает драма, которая в этом фильме является эталонным примером как самой драмы, так и повествования. И фильм крайне умело развивает историю, персонажей и идеи. Так, если посмотреть на саму структуру ленты, то можно заметить, что фильм умело использует экспозицию, то есть знакомство с персонажами, их характерами, миром ленты и общим настроением фильма. И показывается все это в первые полчаса, после которых история только начинает набирать обороты. И уже к этому моменту зритель увлекается тематикой и атмосферой фильма, привязывается к некоторым персонажам и начинает понимать мотивы и характеры некоторых, что дает отличную почву для дальнейшей истории. История не менее примечательна, поскольку она имеет множество переломных точек, поворотов и перипетий, причем их плотность настолько высока, что при первом просмотре трудно определить, куда история может завести еще дальше. Ведь история скачет от различных персонажей и тем, то резко меняя вектор развития истории, либо избавляясь от какого-нибудь ключевого персонажа, место которого занимает другой, уже со своей собственной линией действий, а соответственно развитие истории. Так фильм можно разделить на две основные части. Первый рассказывает про борьбу семьи Корлеоне с Алоцио, который пагубными методами ослабливает позиции семьи Корлеоне. На протяжении всей этой части присутствует определенная доля оптимизма и одновременной тревоги за семью Корлеоне, который зритель эмоционально уже привязан. И первая часть заканчивается на середине ленты, причем заканчивается тем, чем можно было бы закончить сам фильм, но была бы тогда история великой. И во второй половине фильма начинается вторая часть истории, которая отличается не только по направлению, но и настроению. Так теперь акцент истории переходит на Майкла, который казался не столь важным персонажем в первой части ленты. И меняется направление истории, в которой теперь вся семья Корлеоне не просто пытается удержать свои позиции, а фактически завоевать полное господство. И если изначально зритель полностью болел за семью Корлеоне, то под конец все сильнее нарастает чувство того, что те, за кого зритель болел весь фильм, превращаются в тех, против кого был настроен отрицательно. Это и создает не только прекрасное развитие истории, но и отличную драму, которая проявляется в первую очередь через персонажей ленты. И самым главным драматическим персонажем является Майкл Корлеоне, в котором присутствуют все нужные черты, вроде сопереживания, развития и убедительной мотивации. И тут складывается так, что за всю трилогию Майкл испытывает одно из самых интересных изменений персонажа в кино. Так, в самом начале ленты Майкл показывается чуть ли не безупречным персонажем, с правильной мотивацией, добрыми намерениями и мотивацией не влезать в преступный бизнес своей семьи, но в то же время сохранять с ней хорошие отношения. Оттого Майкл вначале воспринимается больше как персонаж, с которым ассоциирует себя зритель, поскольку герой не сильно влияет на историю, а лишь наблюдает за ее развитием. В середине герой оказывается невольно втянут в криминальные дела, и снова же из добрых побуждений он решает пойти на убийство ради спасения своего отца. И тут зритель чувствует жертву героя, своей спокойной и, возможно, счастливой жизнью ради лучшего для его семьи. Не осуждать, не хвалить героя нельзя, оттого возникает драма. Его отец, который всей душой не хотел, чтобы Майкл вставал на преступный путь, оказался причиной этого становления. Чем не трагедия. Но самое сильное и интересное происходит с его героем после его вынужденного возвращения в дела семьи. Теперь он становится не просто преступником, а главой преступного клана, и снова же ради того, чтобы обеспечить своей семье безопасность и влияние. И тут начинается переход героя от доброго и правильного сына, хладнокровного и сурового Дона, способного убить любого, мешающего ему человека. Или, проще говоря, известным сравнением, он превращается из ангела в сатану во плоти. И это развитие влияет не только на отношение к персонажу, но и к самому фильму и семье Корлеоне. Ведь от той благородной семьи, которая вызывала уважение, клан Корлеоне во главе с Майклом превращается в жесткую преступную группу, которая больше устрашает зрителя, отчего и отношение к ней резко меняется. И именно это изменение, которое затрагивает не только одного персонажа, но и весь фильм, делает историю еще более драматичной и прекрасной. Еще стоит отметить и то, что Коппола на протяжении всей трилогии не только развивал персонажа Майкла, но и часто сравнивал героя с его отцом, отчего вся история трилогии на визуальном примере дает зрителю представление о контрасте действия сына и отца и, соответственно, последствий. Так, особенно интересно сравнить сцены смерти Вито и Майкла. Если Вито, который ставил умение договариваться как основной инструмент манипуляции и который с уважением относился к своей семье, умиротворительно умирает у себя в саду, счастливо играет со своим внуком. А Майкл умирает в одиночестве, последними мыслями которого были все те злодеяния и поступки, которые он совершал на протяжении своей жизни.
И тут стоит отметить, что Форд Коппола крайне искусно обставляет концовки своих фильмов, буквально заставляя зрителей еще некоторое время отходить от них, наполняя их не только символизмом, но и сильной эмоциональной частью. И концовки в трилогии «Крестного отца» с каждой частью становятся все более трагичными и менее обнадеживающими. Так, самой лучшей и трагичной можно назвать концовку второго «Крестного отца», которая не только ставит хорошую точку в истории ленты, но и одновременно вызывает палитру эмоций. От приятного и горького воспоминания, депрессивным и пустым настоящим и безысходным трагичным будущим. Но вернемся к персонажам «Крестного отца», и многие из них не менее интересны и многогранны. Но самым главным и не менее интересным персонажем, наряду с Майклом, выступает Вито Корлеоне, образ которого стал чуть ли не известнее самого фильма. И тут Копполе и Пьюзо удалось прописать Вито так, что он вызывает нужные отношения и эмоции у зрителя буквально с первых фраз. А вызывает он в первую очередь уважение, статус и общую эмоциональную привязку. И сохраняет он все вышесказанное до конца ленты, причем отношение к нему строится не только на основе его диалогов, но и визуальных образов, которые даже больше рассказывают о персонаже, нежели обычные слова. Так, крупные мероприятия, куда приходит множество людей, дабы показать свое уважение Дону, обращение к нему за помощью в решении своих проблем и оказание услуг взамен в качестве проявления уважения, все это главным образом играет на визуальное представление статуса Вито. Даже сама лента начинается с того, что гробовщик просит помощи у Дона Вито, что уже с самого начала дает нужное понимание зрителю об образе героя. И дабы подчеркнуть концепцию услуги за услугу, которой руководствуется Вито, все те, кто просил о помощи у Вито в начале, оказывают помощь Дону на протяжении ленты. Так гробовщик и с самого начала вскоре изготавливает гроб по просьбе Дона. Парень Энцо, что по просьбе пекаря смог остаться в Америке, помогает Майклу ввести в заблуждение убийств, тем самым спася Вито от покушения. И Джонни Фонтейн, который получил роль благодаря семье Корлеоне, соглашается выступать в казино ради Вито. Также стоит отметить, что влияние и богатство семьи Корлеоне, по сути, никак не представлено в виде преступных сцен, вроде демонстрации бизнеса семьи, каких-либо угроз, да и вообще, в фильме толком не демонстрируются деньги, но влияние, крупность и богатство семьи все же чувствуется, благодаря как вышесказанным аспектам, так и более изысканным визуальным деталям. Персонажи «Крестного отца» стали одними из самых лучших в кино, буквально став архетипами, которые не раз использовались как в медиа, так и в реальной жизни. И в этом заслуга не только грамотного раскрытия персонажей, но и диалогов, которые звучат весь фильм. Ведь тут говорят все, причем говорят интересно. Многие фразы стали настолько крылатыми и известными, что довольно часто используются даже теми, кто о «Крестном отце» знает только его название. И фразы вроде «I'm gonna make him an offer he can't refuse». It's not personal, son. It's strictly business. To the last one, respect. You don't offer friendship. Стали более понятными и явными, поскольку их значение раскрывается в ходе истории. Причем эти фразы обретают свои визуальные воплощения, что делает их не просто интересными высказываниями, а полноценными идеями и даже моралями. И стоит отметить, что в фильме фактически нет деталей, которые бы не играли на атмосферу и мир ленты. И одновременно уютная, но в то же время тревожная атмосфера фильма – это одна из тех причин, за что можно любить «Крестного отца». В ней немалую роль играют как уже вышесказанные детали, так и явный символизм, который пронизан через все фильмы Форда Копполы, в том числе и в «Крестном отце», как посредством визуала, так и в сценарном плане. Так, к первому можно отнести особое значение оранжевого цвета, а в частности апельсинов, которые являются символом смерти в трилогии. Так, они обычно появляются рядом с теми персонажами, которых либо убьют, либо которые будут связаны с убийством. Похожий прием можно заметить в «Апокалипсисе сегодня», где смерти предшествует плотный дым. А в сценарном плане особенное значение имеет эпизод крещения ребенка Коли, где Майкл, отрекаясь на словах от сатаны, заранее дал приказ о массовом убийстве своих врагов. Так, из довольно скромного романа вырос сценарий для фильма, который должен был быть скромной экранизацией. И как роман, так и сценарий стали эталонами и великими произведениями. И может скромность даже сыграла на руку создателям, наградив произведение своей уникальностью. Но даже с довольно скромным бюджетом Форд Коппола смог сделать шедевр не только благодаря прекрасно написанному сценарию, но и постановке, у которой с режиссером построены отношения. Она хороша, а снят «Крестный отец» не менее интересно, чем написан.
«Крестный отец», несмотря на свою общую эпичность и масштабность, сам по себе снят довольно просто, безо всяких сложных операторских и технических приемов. Но несмотря на это, визуальная часть фильма привлекала не меньше сценарной. И достигалось это благодаря скрупулезно созданному антуражу фильма, в котором не сомневаешься ни на секунду и в который хочется погрузиться полностью. Вообще стоит заметить, что Фрэнсис Форд Коппола всегда уделяет проработке окружения особенное внимание, отчего все его фильмы крайне реалистичны. Особенно эту скрупулезность можно заметить во втором «Крестном отце», где сцены 50-х-60-х годов, в которых происходит реальность ленты, чередуются сценами из прошлого, в которых демонстрируется Италия и Нью-Йорк начала 20 века. И оба временных промежутка созданы реалистично, отчего наблюдать за обоими интересно, но в то же время чувствуется различие и сравнение между ними. И на достоверность антуража играют реалистичные массовые события, вроде праздничных мероприятий, которые открывают каждого крестного отца. И самый из известных можно считать сцену свадьбы дочери Вито, которая благодаря достоверной массовке, плотности действий и съемки буквально создает ощущение документальности и реальности этого мероприятия. И будто сам зритель прибыл на реальную свадьбу, отчего получасовая начальная сцена смотрится довольно легко и интересно. Из других реалистичных крупных сцен можно отметить сцену прослушки в разговоре и все военные действия в апокалипсисе сегодня, которые не менее масштабные и в то же время достоверные. Тут стоит отметить, что сцены в апокалипсисе реалистичны и благодаря тому, что многие детали в них реальны. Так, вертолеты, которые использовались для съемок, настоящие боевые, которые Форд Коппола одолжил у правительства Филиппин, где проходили съемки. И иногда, прямо во время съемок, эти вертолеты вынуждены улетали разгонять реальную толпу восставших, после чего возвращались из настоящих в симулированные горячие точки. Реальное окружение и пиротехника, как, например, сцена бомбардировки напалмом, ради которой Коппола сжег огромную площадь реального леса. Плюс реалистичная крупная массовка добавили сценам еще больше достоверности и даже документальности. Интересна сцена жертвоприношения из конца того же апокалипсиса сегодня. И стоит отметить, что все происходящее здесь реально, и Коппола снял реальный обряд жертвоприношения местных аборигенов, которые согласились повторить его на камеры за символичную плату в виде скота для таких же обрядов и пищи. И да, корову, которую забивают, настоящая, как и отрезанная голова лошади в «Крестном отце», которую Коппола заказал у компании по производству корма для животных. На достоверность антуража играют множество более мелких деталей, вроде дизайна костюмов, декораций и удачно взятых планов и пейзажей. И планы хороши благодаря операторской работе, за которую отвечал Гордон Уиллис. И, наверное, первое, с чем ассоциируется как сама визуальная часть ленты, так и сам оператор, это высокая контрастность преобладания тьмы в кадре. Так, многие кадры буквально залиты темнотой, а основным освещением выступает жесткий теплый свет, который рисует более четкие тени на объектах в кадре, добавляя некой серьезности, деловитости и даже зловечности. И хорошо ложится на кожу актеров, четко выделяя ее в кадре и добавляя к ней теплый оттенок, который смотрится крайне интересно в сочетании с общей тьмой и дополняя кадр живыми цветами. Также для выделения объектов в кадре они чаще всего располагаются на фоне яркого контрового цвета, и в кадре часто присутствует какая-либо яркая деталь, которая также выделяет основные объекты и в то же время создает интересное цветовое сочетание с четким контрастом. Так, такими деталями чаще всего выступают белые рубашки, которые носят почти все герои, либо какой-нибудь цветок на костюме, гирлянды или апельсины, которые, как я говорил ранее, несут как смысловую роль, так и визуальную, интересно дополняя кадр своим цветом. Даже яркие дневные сцены дополняются нужным контрастом и тенями, сохраняющие визуальную картину фильма. Но несмотря на довольно необычное наполнение кадра, сам фильм снят традиционно. Так, большая часть планов статичны. Камера чаще всего снимает из одной точки и практически не совершает движений, а переходы между планами осуществляются с помощью монтажа. Единственный отъезд в фильме представлен в самом начале, который довольно искусно открывает саму ленту. Далее по хронометражу в фильме присутствует всего один план сверху, в сцене покушения, и несколько длинных планов с движением камеры, вроде ссоры Кони с мужем. И такая операторская работа лучше дополняет фильм, который вкупе с освещением добавляет фильму одновременную личность и уют, создавая ощущение присутствия зрителя в мире ленты. Но несмотря на статичность камеры, сам кадр наполнен действием, которое прослеживается на всех планах. Так, общие планы наполнены движением массовки и различных материалов, как, например, постоянный дым и туман в апокалипсисе сегодня, а крупные умелой мимикой актеров. И переход планов, как я говорю ранее, происходит посредством монтажа, который выполнен не менее блистательно. Так, переходы внутри одной сцены выполнены плавно, из-за чего они не замечаются. А для перехода в другую сцену часто используются наплывы одного изображения на другое, либо затемнение, которое Коппола грамотно использует во всех своих лентах, что также создает единство и цельность фильма. Но кроме последовательного монтажа, Коппола искусно использует и параллельный монтаж, который стал чуть ли не главной особенностью фильмов режиссера. Так, самой показательной можно назвать сцену крещения, которая чередуется кадрами подготовки и совершения нескольких убийств, что
что дополняет сцену одновременным торжеством, трилогой и символизмом. Схожие сцены из «Апокалипсиса сегодня», где по-эйзенштейновски кадры жертвоприношения коровы чередуются убийством человека. И параллельный монтаж сцены крещения выполнен грамотно, поскольку он одновременно рассказывает несколько историй, имея четкое начало, развитие и кульминацию в каждой, которая сопровождается словами героя отречения от сатаны, с чередующимися кадрами злодеяний, и концовку, которая представляет планы с мертвыми людьми. Эта сцена является не только полноценной само по себе, но также она становится и кульминацией всего фильма, тем самым развязывая линии множества персонажей ленты, делая ее более знаковой. И схожая сцена присутствует во второй части, которая также прекрасна, но более трагично становится кульминацией фильма. В дополнение к этому, вторая часть «Крестного отца» также на протяжении всего фильма параллельно раскрывает две истории, а именно историю становления Вито Корлеоне и продолжает линию Майкла. И тут параллельность интересна тем, что истории не только раскрываются с одновременным нарастанием, а также четко сравниваются. Так фильм показывает различия в методах и характерах Вито и Майкла, и в конце подводя итог того, куда привели действия первого и последнего, что позволило органично продолжить тему отца и сына из первой части во второй. Вообще, вторая часть получилась не менее хорошей, чем первая, во многом благодаря продолжению тех тем и идей, которые затрагивались в первой части. Но интересно, что сам Коппола не планировал снимать продолжение «Крестного отца» и считал первую часть полностью законченной. Но стремительная популярность фильма и высокие ожидания зрителей с надеждой на продолжение и породили один из лучших сиквелов и одновременно приквелов, что также редко, в кино. «Крестный отец» стал шедевром во многом благодаря режиссуре Копполы, но стоит отметить, что Коппола не был первым претендентом на пост режиссера, и его место могли занять другие люди. До него поставить фильм предлагали Сержио Леоне, Артуру Пенну и Петру Богдановичу, которые также являются яркими режиссерами эпохи нового Голливуда. Но выбор на Форда Копполу пал из-за того, что он за небольшой гонорар и бюджет был способен снять эту картину. Вообще, сам Коппола – крайне разносторонний режиссер, снявший множество картин совершенно различных жанров, с разительно отличающимся бюджетом. Так, бюджет «Крестного отца» составил 6 миллионов долларов, что не так много даже на те времена, тем более для такого фильма. Если «Крестный отец» не назвать низкобюджетным, то ленту «Разговор» – точно. Коппола снял ее в промежутках между первым и вторым «Крестными отцами», причем снял его за 1,5 миллиона долларов и смог сделать также отличный фильм, который считается одним из лучших кино. И интересно, что в год выхода «Разговор» конкурировал со вторым «Крестным отцом» того же Копполы, бюджет которого был в разы больше. Работал Коппола и с крупными бюджетами, причем с переменным успехом. Так, «Апокалипсис сегодня» Коппола снял за 32 миллиона, и фильм стал шедевром и, что немаловажно, окупился. А вот после «Апокалипсиса» у Коппола дела пошли хуже. Многие его фильмы не получали такого же признания, как предыдущие. Мало того, многие из них даже не окупались и с треском проваливались в прокате. В свое время это ставило режиссера в трудное финансовое положение, но все же он до сих пор остается на плаву, хотя последний его фильм был выпущен в 2011 году. И следующая его лента «Мегаполис», над которым он работает сейчас, по его заверению, будет самой масштабной и амбициозной во всей его карьере. Сам режиссер оправдывал свои неудачные фильмы тем, что он всегда рискует, поскольку без риска не может быть искусства. И тут стоит согласиться, поскольку даже во время съемок «Крестного отца» Коппола шел на множество рисков, которые сделали фильм лучше. После утверждения Копполы на роль режиссера «Крестного отца» он столкнулся с рядом проблем в виде студий и продюсеров, которые были не согласны с Копполой во многих вопросах. Это приводило к тому, что режиссер рисковал быть уволенным чуть ли не каждый день, и, наверное, основным риском для продюсеров в увольнении было то, что Марлон Брандо угрожал покинуть проект, если из него уйдет Фрэнсис Форд Коппола. Но во многом режиссер оставался непоколебим, и основные решения принимал он, хотя студия следила за каждым его шагом. Постоянные конфликты, уступки с обеих сторон и напряженность вынудила Фрэнсиса Форда Копполу в решение больше не работать со студиями, дабы полностью сохранить свой авторский замысел. Это привело к тому, что многие последующие свои фильмы Коппола продюсировал сам, что породило один интересный случай на съемках «Апокалипсиса сегодня». Эта лента известна не только как фильм, но и тем, через какой производственный ад прошла съемочная группа и режиссер, чтобы картина появилась на свет. И началось все с выбора места съемок. Чтобы максимально точно воссоздать войну во Вьетнаме, Коппола решил проводить съемки на Филиппинах, которые, во-первых, своей местностью схожи с Вьетнамом, во-вторых, их законодательство позволяло совершать съемки дешевле и масштабнее. Плюс дешевая рабочая сила и доступ к военной технике делал Филиппины прекрасным местом съемок. Но проблемы начались уже в процессе, причем чуть ли не в каждом аспекте, превратив производство фильма в настоящий апокалипсис. Первая проблема стала с кастом, поскольку изначально выбранный на роль капитана Уилларда Харви Кейтель оказался непригодным по мнению Копполы, из-за чего режиссер срочно начал искать ему замену. Многие актеры попросту отказывались лететь на несколько месяцев на Филиппины, боясь рисковать как здоровьем, так и временем. И роль досталась Мартину Шину, который с радостью взялся за нее. Съемки начались, и тут все пошло под наклонную. Суровая природа Филиппин вынуждала прекращать съемки, а частые ураганы уничтожали дорогие декорации. Съемочная группа страдала от этого не меньше, поскольку они были вынуждены работать в
полевых условиях. Причем пребывание в джунглях и поселениях вдали от цивилизации помутнило рассудок множества членов группы. Из-за доступа к запрещенным веществам у местного населения, многие члены съемочной группы посели на них, в том числе Лоуренс Фишберн, сыгравший мистера Клина, которому на момент съемок было всего 14 лет. Вечные затраты на доставку и перевоз оборудования и техники из Америки стремительно увеличивал бюджет фильма. Одним из трудных моментов стала проблема со здоровьем Мартина Шина, который перенес инфаркт, из-за чего у Форда Копполы случился эпилептический приступ, боясь за смерть Шина, а соответственно за смерть фильма. Шину хоть все и обошлось, но ситуация дальше только ухудшалась. Коппола переносил частые нервные срывы, угрожая убить себя, из-за чего съемочная группа все меньше верила в выход картины. Вскоре проблема пришла, откуда ее не ждали. Марлон Брандо, исполнивший роль Курца и взявший самый крупный гонорар, совершенно не подготовился к своей роли. Так главной проблемой стало то, что вместо худощавого и потерявшего связь с миром полковника, на площадку прибыл толстый и не знающий про что фильм Брандо, что еще сильнее ударило по состоянию Копполы. Роль быстро переписали, но проблемы продолжались, и съемочная группа продолжала, как и персонажи ленты, сходить с ума. Еле закончив съемки, которые вместо пары месяцев растянулись на 2 года, Коппола 2 года склеивал материал, чтобы фильм приобрел хоть какой-то вид. И представив фильм на Каннском кинофестивале, где фильм получил главный приз, лента наконец была более-менее готова, выйдя в прокат в 1979 году. Хотя окончательный вариант фильма Коппола представил в 2019 году, то есть на 40-летний юбилей картины. И сейчас лента является шедевром и чуть ли не лучшим фильмом про Вьетнамскую войну, причем заслуженно. Пример создания апокалипсиса сегодня должен продемонстрировать то, что без четкого финансового и производственного контроля съемки могут превратиться в настоящую катастрофу. Но стоит отметить, что Коппола все же закончил эту многострадальную ленту и сохранил свое видение, которое и сделало прекрасный фильм. И сам Коппола лучше всего отозвался о производстве апокалипсиса сегодня. Цитата. My film is not about Vietnam. It is Vietnam. Но вернемся к «Крестному отцу» и конфликтах студии с Фрэнсисом Копполой. И, наверное, самым главным расхождением во мнениях у них были во время кастинга. И стоит отметить, что несмотря на это, актерский состав и исполнение считаются чуть ли не лучшими в кино, а многие роли в фильме являются эталонными. Так, основную актерскую работу совершил Марлон Брандо, исполнивший роль Вита Корлеоне, на которую претендовали множество других актеров, среди которых были Орсон Уэллс, Лоуренс Оливье и даже Фрэнк Синатра. Но роль досталась Брандо, несмотря на то, что студия была категорически против него, поскольку сам Брандо славился своим вспыльчивым характером, из-за которого страдали многие фильмы и студии. Но Коппола сделал ставку на Марлона Брандо и вынудил продюсеров утвердить его на роль, с которой он справился настолько хорошо, что исполнение Марлона считается чуть ли не одним из лучших и известных в кино. И хорошо исполнил актер фактически все. Уже с самого начала Брандо строит свой образ сурового, но честного и влиятельного главы преступного клана, благодаря широкой мимике, запоминающемуся говору и общего внешнего вида, на создание которого уходило несколько часов работы гримеров. И, наверное, самым главным символом Дона Корлеоне стал хриплый, спокойный и размеренный голос, который пародировался и стал чуть ли не архетипичным для подобного рода персонажей. В мимике Брандо особенно акцент идет на глаза актера, который простым взглядом способен демонстрировать палитру эмоций. И дополняется его мимика массивными чертами лица, вроде крупных бровей, которыми актер также активно жестикулирует и которые вкупе с освещением скрывают глаза актера в темноте, что дополняет его образ, и крупной выпирающей челюсти, делающей Марлона Брандо похожего на бульдога и добавляющей внешней статности герою. В общем, Брандо не просто отлично попал в образ Дона Мафии, а фактически воплотил эталон и пример для подражания, который стал любим многими зрителями. У Копполы Брандо играл еще и в «Апокалипсисе сегодня», где, несмотря на все предоставленные им неудобства и нервы для режиссера, он также отлично сыграл свою роль, импровизируя многие сцены. Интересен тот факт, что во второй части роль Вита Корлеоне исполнил Роберт Де Ниро, который, как и Брандо, также отлично справился с ней, сделав образ персонажа еще более легендарным. Следующим немаловажным актером выступает Аль Пачино, который сыграл Майкла Корлеоне. И тут дела с ним немного интереснее, поскольку весь свой потенциал он раскрывает ближе к середине ленты. И, как я говорил ранее, ему наряду с Марлоном Брандо удалось прекрасно продемонстрировать изменения своего персонажа, меняя свою игру и характер на протяжении всей трилогии. И лучше всего ему удалось передать необычную мимику, которая особенно отлично смотрится в сцене ресторана, где его герой готовится к убийству. И тут отлично смотрится контраст в мимике. До получения оружия лицо Пачино выражает гнев, не сводящий взгляда с людей, которым он ее питает. И после, когда его лицо сменяется на нервное, в котором буквально читается тревожное предвкушение убийства, его взгляд кардинально меняется, и герой уже не смотрит на своих жертв. И уже после этой сцены Пачино изменяет характер своего персонажа, демонстрируя своей мимикой и игрой полное хладнокровие и суровость, вызывая у зрителя нужные эмоции.
эмоции. Из других актеров стоит отметить Роберта Дювали, исполнившего роль Тома Хагена, которую также хотел исполнить Элвис Пресли. Но Фрэнсис Форд Коппола видел в роли Хагена только Дювали и сразу же утвердил его на эту роль. И актер смог показать отличное сочетание хладнокровности юриста вместе с притягательным внешним видом, что делает его одним из лучших персонажей. И как по мне, его лучшей сценой можно считать разговор с Солоццо, где опечаленный грустной вестью герой продолжает сохранять хладнокровность и нужную для его персонажа выдержку. Другой известной ролью Дювали является роль подполковника Килгора из «Апокалипсиса сегодня», того же Копполы, где герой исполняет одну из самых запоминающихся ролей фильма. Ну и его фраза стала не менее известной. Также Дювали играл в «Разговоре» вместе с Джоном Казале, сыгравшего Фреда в «Крестном отце». И несмотря на то, что оба актера имеют немного экранного времени, и все внимание на себя забирает Джин Хэкман, исполнивший главную роль, Дювали и Казале также хорошо исполнили свои задачи. Другие актеры, вроде Джеймса Каана, сыгравшего Сони, да и вообще, стоит заметить, что все актеры «Крестного отца» отлично сыграли свои роли, и все показали хорошую игру как вербально, так и визуально, особенно радуя великолепной мимикой, в которой создается нужная эмоция. И для такого крупного фильма, в котором множество персонажей, достигнуть достоверного воплощения у всех актеров задача крайне непростая, с которой Коппола справился на ура. Но все вышесказанное уже и так создает отличную атмосферу, но фильм еще и дополняет отличное музыкальное сопровождение и саундтрек, которое стало не менее... Музыка, которую слышал и знает фактически каждый. И у Копполы получилось наполнить ленту снова же эталонным саундтреком, который по праву считается одним из лучших в кино. Саундтрек к фильму написан известным итальянским композитором Нино Ротой, который известен своими работами с Федерико Феллини и Лукино Висконти, также известными и важными режиссерами. И для каждой ленты Нино Рота создал настолько подходящий по тематике и атмосфере фильма саундтрек, который делал многие великие фильмы подлинными шедеврами. Так, из лучших работ с Феллини можно назвать саундтрек ленте 8.5. И «Сладкая жизнь». А у Висконти саундтрек «Леопарду». Но сегодня не про них. Для «Крестного отца» Нино Рота смог создать одновременно мрачный, эпичный, но в то же время душевный, наполненный романтическими нотами саундтрек, который не только дополнял как смысловую и атмосферную часть ленты, но и сам стал самостоятельным и полноценным произведением, став шедевром даже вне контекста фильма. Основной саундтрек состоит из оркестровых нот, в которых основными инструментами становятся либо духовые, вроде труб или кларнета, как, например, в открывающей сцене. Либо струнные инструменты, основными из которых являются гитара и итальянский инструмент мандолина, который во многом дополняет фильм итальянским колоритом. И особенно хорошо звучат композиции, сочетающие вышесказанное с хором и скрипками, как, например, в известнейшей композиции «Love Theme», ставшей чуть ли не самой популярной композицией в кино. С этой композицией заключается один интересный факт. Изначально за саундтрек к первому «Крестному отцу» Нино Рота номинировался на «Оскар», но вскоре был снят с номинации, поскольку всплыл тот факт, что любовная тема до этого звучала в другом фильме, композитором которого был Нино Рота, а именно в фильме «Фортунелло» Эдуардо де Филиппо 1958 года, где эта мелодия звучала в немного ином виде и звучании. И для «Крестного отца» Нино Рота переписал ее под более воодушевляющее и трагичное настроение. И стоит отметить, что оригинальное название песни «Speak Softly, Love». И хоть за первого «Крестного отца» композитор не получил награды, интересно то, что «Оскара» вручили ему за саундтрек второй части, который содержал эту же композицию. Еще из композиции можно ответить за «Godfather Waltz», которая сочетает струны с духовыми инструментами, создавая, как по мне, лучшую композицию фильма. И The Halls of Fear, который отлично передает нарастающее напряжение и тревогу с решительностью героя. Также стоит сказать, что Фрэнсис Форд Коппола часто использует музыку своего отца Кармина Копполы, который выступил композитором нескольких лент своего сына. Так, для «Крестного отца» Кармин Коппола написал музыку, которая играет во время свадьбы.
Из других работ можно назвать саундтрек «Апокалипсису сегодня», который полностью был написан отцом Копполы. Кроме того, лента отлично дополнена звуками, с которыми Коппола часто всячески экспериментирует. Так довольно часто встречаются музыкальные переходы, когда новая сцена либо начинается одновременно с мелодией, которая задает тон и настроение. Как, например, конец свадьбы, который переходит на садящийся самолет с начавшимся приятным джазом. Либо музыка начинает играть в конце сцены, логично переходя в другую, как, например, сцена убийства в ресторане. Плюс Коппола нередко использует накладывание звуков, которые также смягчают переход сцен. Как, например, сцена ссоры Конни и Карла, где крик первый с нарастанием плавно переходит в сцену, которая начинается громким плачем ребенка. Интересен прием в «Апокалипсисе сегодня», где звуки лопастей вертолета сливаются с потолочным вентилятором, позволяя прочувствовать состояние героя. Так, музыка «Не народ» и стала прекрасным дополнением к фильму, благодаря которой лента обрела прекрасную атмосферу, что сделало «Крестного отца» подлинным шедевром. Подведем итог. Сюжет «Крестного отца» несет наибольшую ценность и интерес, поскольку он сочетает одновременно серьезную, интересную и понятную для многих зрителей драму. И происходит эта история в привлекающем своим антуражем и эстетикой криминальном окружении. И хоть от фильма остается довольно горькое послевкусие, которое будет приятно напоминать вам о том антураже с итальянским колоритом. Где гангстеры, способные хладнокровно убивать ради бизнеса, выступают драматичными, интересными и многогранными персонажами. И персонажи отлично воплотили актеры своей эталонной актерской игрой. Вкупе с одновременно темным, но крайне погружающей операторской работой и визуалом, которые смешиваются и гармонируют с отличной режиссурой Копполы, поставившей как крупные, так и скромные шедевры. И дополняется вся эта красота прекрасным саундтреком и музыкой. Которая стала признанным шедевром само по себе, вне контекста фильма. И вкупе со всем вышеперечисленным получается эталонный фильм, который будет считаться великим и важным не только для кинематографа, но и для культуры людей в принципе. Прошу. Думаю, для каждого зрителя фильм «Крестный отец» имеет хоть какую-то ценность, и для каждого он будет занимать особенное место среди всех фильмов. Снятый довольно скромно и традиционно, этот фильм смог стать одним из самых известных и влиятельных. И кто бы мог подумать, что один из лучших и известных фильмов будет про гангстеров и криминальные дела. Как бы то ни было, «Крестный отец» уверенно показал, что кино, в первую очередь, искусство, затрагивающее эмоции зрителя, способное создавать нужное настроение только благодаря ряду визуальных образов и музыки. И что еще сильнее отличает кино, что оно способно всецело погрузить зрителя в ту реальность, которая происходит на экране. И людям в фильме нравится не только сама мафия, история или идеи, а именно та
об осознанной реальности в целом, которая живет для каждого только в тот момент, пока экран показывает ее. Именно поэтому неправильно будет назвать фильмы устаревшими или старыми, поскольку каждый фильм является фильмом своей эпохи, аналогов которому у них нет. И несмотря на многочисленные попытки повторить или сделать аналогичный фильм «Крестному отцу», он до сих пор остается лучшим и уникальным. Это обеспечивает жизнь данной ленте, которая до сих пор мелькает в виде отсылок, цитат и просто часто пересматривается всеми кинозрителями по всему миру. Это и объединяет всех зрителей по всему миру, что миллионы людей проживают одну и ту же историю семьи Корлеоне, но каждый проживает ее лично. И пока существуют кинозрители, «Крестный отец» будет продолжать жить. А как нам известно, мафия бессмертна. Заходите к нам еще, ведь мы подаем здесь только лучшее.